Обычное утро под стрижей. Сейчас надо сбегать немного в горы перед началом рабочего дня. Куда-то вот сюда. Обычно туда бегаю прямо пешочком от дома и спускаюсь сразу же в море покупаться. Но сегодня и день пасмурный, и времени немного, поэтому на машинке. Третьего дня купил себе новые трекинговые боты горные. Заодно их попробую. Наверх есть два пути. Мне нравится тот, по которому сейчас я пойду, а спускаться буду по-другому. Вот такие вот тут красивые цветочки. Ну, вот он и подъем. Время 6:56. Подъем довольно крутой. Сначала через полосу соснового леса. Ну, бодрым шагом это, медленным, минут 10, наверное, может меньше. Время 7:08, лесополоса основная позади, дальше идут дубовый такой карликовый лес, сзади уже виднеется бухта, а там наверху крест. Но нифига не. Где же он того? Но нифига не близко, чтобы не казалось. В целом, как говорил, минут 10-15 на преодоление участка с лесом. Вот дальше вот так вот. Как говорил, тут два пути. И мне он нравится. А возвращаться планирую вот по тому рукаву. По тому хребту вниз. Вообще. В горах очень много думается о геологии. Вот такие тут пласты красивые. В конце подъема есть несколько участков, по которым прямо нужно карабкаться наверх. Подниматься тут, скажем так, сложновато. Почти там, ну, не вертикально, но уклон очень хороший. А спускаться еще сложнее. Ну, вот как-то так. Фух. Осталось тут совсем ничего. Уже ничего. Какие-то дикие собаки бегают. Ну, ладно, проверим. Ну вот, 7:26. Я наверху. Вот он крест, вот он Геленджик. Сейчас 5 минут передышка и вниз. Здесь часовенка небольшая наверху. Вообще это была не собака, а другой путник шел как раз по другому рукаву. Он идет. И обычно, когда времени хватает, я также забираюсь еще дальше. И по хребту иду через парк аттракционов. И там, где сейчас вышки, сбрасываю сниз через старую надпись «Геленджик». Но времени в обрез, поэтому вот так. Вид отсюда просто обалденный на всю бухту. В солнечную погоду это вообще что-то невероятное. А вообще, как бы ни начался дождь, и горы были бы не горами, если бы меня не накрыло. Надо торопиться. Собственно, вот она, бухта. Как говорил, я пришел по этому рукаву. Сейчас пойду вот по этому вниз. Там дорога не менее живописная. Время 7:29. Вообще, если кто-то считает, что подъем в гору сложнее, а спуск легче, то сильно ошибается. По мне, спуск гораздо сложнее,
Да, идется быстрее, но это очень большая нагрузка на коленный сустав. Вот. И более высокая вероятность полететь. Потому что, собственно, вес тела, инерция, уклон делают свое дело. Так что нужно использовать тут тоже свою технику определенную, ну и быть повнимательней. Вообще, какие тут цветы классные растут. Хотел показать очень интересный цветок, но, по-моему, не сезон еще. Огонь-трава называется. Но если увижу, расскажу. Люблю вот такие моменты. Вот идешь, а потом хоп, и ты на таком вот утесе. Здесь, кстати, я забыл давно, поэтому рукаву не ходил, но здесь еще гораздо круче подъем, ну и, соответственно, спуск. Придется сейчас аккуратненько. Я был бы не я, если бы не стал это все записывать. В одной руке баклажка с водой, в другой телефон. Конечно, это не самое безопасное, никогда так не делайте. Вот на таких камушках можно прямо очень-очень хорошо полететь. Но мы же инструкторов не слушаем, мы сами себе инструкторы. В общем, очень интересно это занятие. А дождь меня, походу, настигает, но я думаю, что сильно меня не замучит. И мне еще нравится такое время, ну и утро, и, в принципе, низкий сезон, когда еще нет туристов, что ты поднимаешься наверх, ну и спускаешься практически в одиночку. Вот я за время подъема и спуска встретил двух людей. Первый — это который был с собакой, я с ним вообще не пересекался. Вот. А второй мне сейчас встретился на подъеме. Почему-то люди больше любят вот этот подъем, потому что, ну и, наверное, спуск. Потому что тот, по которому я шел, возможно, он более крутой, может быть, менее живописный. Вот, но там даже местами вся дорога поросла паутина, это значит, по ней, в принципе, никто не ходит. Это очень странно. Вот. А вообще, горы, как я часто люблю говорить, это еще и для тех, кто боится высоты, хорошая тренировка на вестибулярный аппарат. Я во многом из-за этого начал ходить в горы, потому что высоты боюсь. И вот это вот отличная тренировка. Поднимался я вот по тому склону, спускаюсь здесь, под дождиком. Вот сейчас пойду вон там, там и вниз. И дальше уже спуск закончится. Такой вот интересный. Дальше пойдет снова лес. Прелести всякие природы. У нас тут ёж. Привет, ёж. Маленький. Ладно, мне пора. Ну вот время 7:54. Я уже на трассе. Собственно, вот он подъем, где я поднимался. Спустился я чуть дальше. Все, иду к машине. К вопросу о геологии. Когда-то эти пласты были горизонтальными. Ну вот 8 утра, я уже в машине. Ехать здесь, думаю, сейчас минут 10, с учетом того, что машин прибавилось. Ну и в целом, если посчитать, то меньше 2 часов уходит на то, чтобы выйти и вернуться домой. Отличное начало дня. Чего я вам желаю. 8:30, я уже себе сварил кофе. Вот еще раз напоминаю, бегали мы туда, а тут дождь.